Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую самую простую повязочку на голову. Данная повязка у меня связана по мотивам чалмы. Она является очень простой в выполнении. Взята за основу платочная вязка. Это лицевые петельки с лицевой и с изнаночной стороны. И вот такой вот нахлёстик с передней стороны. Благодаря вот такому переплету и выглядит гармонично, когда одета на голове. Я, так как взяла платочную вязку за основку, то решила сшить трикотажным шовчиком на затылочной части, чтобы так вот сымитировать непрерывное вязание. С внутренней стороны немножечко шовчик виден, но на затылочной части с внутренней стороны, как вы понимаете, ничего не видно. Вот, если будете брать любую другую вязку, а это, возможно, резиночка 1х1, либо полая резинка, либо какая-то ажурная, то, соответственно, учтите, что количество петель должно быть максимально, скажем, четко делиться на 2. Потому что здесь перехлестик, мы будем, когда до него доходить, мы делим количество петель на 2. Если же у вас остается одна лишняя петля, то лучше ее пустить на внешнюю сторону, для того, чтобы внешняя сторона получилась более шире, чем внутренняя. Вот тогда будет гармонично ложиться, скажем, резиночка при вот этом вот перехлестике. Вот, конечно же, я вам расскажу в видео, как варьировать на различный обхват головы. Вот, поэтому вы сможете связать данную повязочку как на ребенка, так и на взрослого человека с любым обхватом головы. И также вы сможете связать абсолютно с любой пряжи в зависимости от выбранного вами сезона, в который вы будете носить. Кому понравилось, лайкайте. Конечно же, не забывайте нажать на колокольчик под видео для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Итак, приступаем к вязанию. Для данного изделия подойдет абсолютно любая пряжа. Это может быть и как хлопок, как акрил, как полушерстяная пряжа, как шерсть, мохер, ангора и так далее. У меня я взяла пряжу Alize Lana Gold 240 метров в 100 граммах. Можно взять Alize потолще, можно взять ниточку тоненькую в 2-3 сложения, и тогда у вас изделие получится более пышным и, соответственно, уйдет меньше времени на его вязание. Я под пряжу взяла 3 чулочные спицы номер 4,5, так как изделие достаточно узенькое, то достаточно будет и чулочных спиц. Почему 3? Потому что в процессе вязания нам придется оставлять открытые петельки. Вот. И я рекомендую брать все-таки спицы, а не дополнительные булавочки, чтобы потом не приходилось переносить с булавочек на спицу. Вот. Также нам понадобится иголочка для сшивания изделия, ножнички и сантиметр. Для того, чтобы приступить к вязанию, я сделала некие самые очень обычные расчеты, которые нам, скажем, пригодятся для вывязывания данного изделия. Для этого нам нужно знать окружность головы. У меня это 54 сантиметра. И далее от этого числа окружности головы нам нужно отнять 12-14% для того, чтобы, скажем, наше изделие имело такой вот вид резиночки и при этом плотно сидело на голове. Далее мы берем окружность головы, делим на 100 и умножаем на количество процентов, которые бы мы хотели отнять на, скажем, растягивание изделия, то есть на то, чтобы оно плотно лежало в голове. Если у вас рисуночек платочной вязки, как у меня, то лучше всего отнять максимальное количество процентов. Если же у вас какой-то другой менее растягивающийся узорчик, то, соответственно, берем меньшее количество процентов. И далее получаем некоторое число. Это то число сантиметров, которое мы должны отнять от окружности головы для того, чтобы изделие лежало как можно плотнее на голове. И еще от этого числа я отниму 0,5% для того, чтобы у нас данное изделие сшивалось трикотажным шовчиком, которое занимает где-то около 0,5 сантиметра, то есть вместо одного ряда провязывания данного узора. Вот, если мы 7,56 прибавим еще 0,5 сантиметра, то получаем где-то около 8 сантиметров. Я не буду 0,06 сантиметров еще отнимать, я просто округлю до 8 сантиметров. То есть от окружности головы нам нужно отнять 8 сантиметров. Получаем некое число, у меня это 46. Далее берем, делим нашу повязочку на 3 части. Центральная часть, там, где у нас будет перехлестик данного узорчика, мы берем от 10 до 12 сантиметров. В зависимости от вашей толщины пряжи вы можете варьировать. И я беру всегда максимальное, опять же таки, число для того, чтобы у меня вот этот перехлестик ложился более плавным переходом, чем просто вот такой вот как жгутик скомканный.
Вот. И далее мы отнимаем от 46 эти 12 сантиметров перехлестика, получаем 34 сантиметра. 34 сантиметра мы делим на две равные части, это до перехлестика и после, и получаем по 17 сантиметров. То есть 17, 17 и 12 это наше первоначальное рассчитанное число. Вот вот здесь. Если вы шовчик будете делать не трикотажный, а просто с соединительными столбиками закрытые рядочки, то вам вот это число не нужно. У вас получится даже, возможно, половинка. Эту половинку вы разделите на до и после перехлеста. То есть получится, к примеру, 17-25, 17-25 сантиметров до и после перехлестика. Для ширины повязочки лучше всего взять максимально шире. Если вы вяжете толстыми ниточками, либо ниточкой 2-3 сложения, то лучше взять, скажем, четное количество петель, которое четко будет делиться на две части для удобства перехлестика одинаковыми деталями. Вот, и это может быть число 16, тогда у вас получится около 10 сантиметров в ширину ваша повязочка. Если хотите уже, берете меньше, если хотите шире, берете больше. Так как у меня классическая пряжа, то есть я бы сказала не слишком толстенькая, то я возьму 18 сантиметров, 18 петелек для ширины и плюс 2 кромочные петельки по краям. То есть я возьму 18 петель ширины для 10 сантиметров и плюс 2 кромочные петли. Итак, я набираю 20 петелек и начинаю вывязывать первую часть из 17 сантиметров платочной вязкой до вот этого перехлестика. Берем, набираем на одну спицу начальные 2 петельки, затем приставляем вторую спицу и набираем еще 18 петелек. Начальные 2 петли я набрала на одну спицу для того, чтобы не растянуты были крайние петельки. Вот, и вы набираете нужное количество по ширине для вас. Далее достаем свободную спицу, на которых нет начальных 2 петелек, и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд, как и все последующие, вяжется абсолютно одинаково. С первой петли по самую последнюю петельку мы провязываем все петли лицевые. Лицевые мы заводим снизу, захватываем рабочую ниточку и также вытаскиваем снизу рабочую петлю. Вот таким вот образом мы будем вязать на протяжении всего вязания данного изделия. Довязываем до самых последних петелек. Вот они, смотрите, у нас достаточно тугие. И вот до последней петельки довязали лицевые. Далее поворачиваем ряд. Рабочую ниточку мы отправляем наверх. И далее захватываем вот эту дальнюю боковую стеночку и провязываем, начиная с нее, все петельки лицевые. Первую петлю, вторую, третью и так далее, до самой последней петельки. В данном вязании изнаночных петелек у нас просто нет. Если вы будете провязывать первую и последнюю петлю каждого ряда лицевыми, то у вас будет получаться красивая, аккуратная, равномерная косичка. Далее довязываем последнюю петельку и разворачиваем ряд. Ниточку рабочую мы на спицу, вот так вот перекладывая, за дальнюю стеночку провязываем вот так вот первую петлю лицевой. И вот таким вот образом мы провязываем первую из 3 частей повязочки. Она у меня длиной, по моим расчетам, 17 сантиметров. Соответственно, я буду провязывать таким образом платочной вязкой 17 сантиметров. Такой некий шарфик шириной в 10 вот так вот сантиметров. И далее, смотрите, у нас вот он здесь ряд, скажем, наборочной косички изнаночной, вот такой вот красивый, зубчиками. Вот мы вот это в счет не вносим, то есть 17 сантиметров мы начинаем отсчитывать от вот этого первого изнаночного ряда, потому что вот это мы потом после будем распускать и сшивать трикотажным шовчиком. И опять же таки 17 сантиметров длину шарфика я буду, когда провяжу, рассчитывать таким образом, слегка, буквально слегка прирастяну, потому что платочная вязка — это плотный узор, но он хорошо тянется, поэтому слегка прирастяну, я буду измерять 17 сантиметров. Это для того, чтобы повязка плотно и хорошо сидела на голове, помимо, скажем, вычисления тех 14%, которые я делала при расчетах, то есть буквально на чуточку, чтобы выровнять ряды. Затем снова мы ниточку отправляем вверх,
Ни в коем случае не вот так, потому что если вы будете ниточку рабочую отправлять под спицу, то у вас будут получаться такие вот зубчики. Хотя можно, в принципе, и так, но тогда вам нужно делать это постоянно. Я же буду наверх отправлять рабочую ниточку и провязывать каждую первую кромочную петельку рядом. И вот так вот провязываем дальше. Связав первую часть из 17 сантиметров, мы начинаем делить наше количество петель пополам и вывязывать каждую из деталей отдельно. То есть вот этот у нас получается шарфик, самая его широкая часть. Далее делится на два шарфика по отдельности. Вторая часть у нас, как вы помните, из 12 сантиметров состоит. Соответственно, начинаем вывязывать половинку. Первую кромочную я, как и прежде, провязываю лицевой. Далее вторая петля, третья лицевая, четвертая. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Провязали первую часть, и на левой спице у нас также осталось 10 петелек. 2, 4, 6, 8, 10. Далее не довязываем до конца. Мы поворачиваем наше вязание, берем третью спицу. И точно так же я вам сейчас покажу на этой же спице, для того, чтобы не тарахтеть третьей спицей. Мы берем точно так же, провязываем вот эту лицевую петлю. Далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Точно так же продолжаю вязать все петли лицевые. Далее разворачиваю на следующий ряд и поворачиваю, лишь только провязывая первую половиночку нашего изделия. Я просчитаю количество рядочков, которые провязала в 12 сантиметрах. Вот, затем я такое же количество рядочков провяжу на второй вот этой части, начиная с вот этой серединки. Присоединять буду ниточку я с внешней стороны моточка, то есть там, где у нас этикеточка снимается, есть один краешек, обычно вяжут из него. Я всегда достаю из центра моточка и вяжу из центра для того, чтобы моточек не дергался у меня, скажем так, по поверхности, там, где лежит. Я обычно достаю и вяжу с центра. Так как я сейчас вяжу, как всегда, с центра, то вот этот краешек внешний, который я не достала, с него я буду присоединять ниточку и провязывать, присоединяя ее вот здесь в центре, такое же количество рядочков, как и на первой вот этой части. Итак, мы связали 12,5 сантиметров, причем одинаковое количество рядочков, закончив довязывать вот этот вот лицевой ряд. То есть получается, мы начинали с лицевого и закончили также лицевым. Посмотрите, у меня рабочие ниточки находятся с левой стороны, как вот это вот во второй стороне, так и в первой. И присоединяла я ко второй части вот здесь вот по центру ниточку и провязывала такое же количество рядочков, как и здесь. То есть если мы сейчас посмотрим, вот так вот у нас должны провязаны быть вот такие вот штанишки. И рабочая ниточка находится сверху этих штанишек с одной и с другой стороны. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы отправляем на изнаночную сторону вот этот внутренний краешек ниточки. И далее делаем перехлёстик. Перехлёстик можно сделать как вот таким вот образом, так и вот таким. Я буду делать вторым вариантом. Почему? Потому что рабочая ниточка, вот она у меня сейчас находится с верхней стороны, рабочая. Тот дополнительный, скажем так, отрезочек нитки, который мы присоединили и затем отрезали, мы провязали им только лишь вот эту часть. Все остальное шла рабочая ниточка, как и прежде. Далее, делая вот такой вот перехлёстик с наклоном вверх по диагонали, мы оказываемся рабочей ниточкой сверху и будем провязывать изнаночный ряд. То есть с этой стороны изнаночный ряд и с вот этой стороны изнаночный ряд, совмещая снова в единое вот это цельное широкое полотнище. И причем по чередованию у нас как здесь лицевой ряд закончился, так и здесь лицевой. То есть если мы сейчас начнем провязывать один единственный изнаночный ряд, то он соединит. То есть смотрите, я сейчас провязываю, как и прежде, начиная с первой лицевой петли, петельки с первой спицы, и затем сразу же присоединяю петельки второй спицы, провязывая их лицевыми. То есть я убираю вот эту третью спицу, она нам уже не нужна пока. Вот, и далее я присоединяю вот этот краешек, начиная также с лицевой петли вот здесь.
Далее провязываю все петельки, совмещаю все 20 петель, которые мы поделили пополам, воединое полотно. Вот. И я сейчас провязала, и по чередованию я попала в эти петельки. Вот. И дальше продолжаю вязать третью и заключающую нашу завершающую часть. Вот такую, как мы вязали изначально 17 сантиметров, так и с этой стороны в 17 сантиметров. Довязали с другой стороны 17 сантиметров. И далее, смотрите, нам нужно сейчас освободить вот эти петельки, сделать открытыми для того, чтобы шовчик получился трикотажный на открытых петельках. Смотрите, поворачиваем к себе лицевой стороной, и у нас вот такие вот зубчики. С одной стороны косичка наборочного края, с другой стороны зубчики. И начинаем поочередно вытаскивать вот эти зубчики между петельками. Вот так. Поочередно протягиваем вот так вот спицу в каждую петельку зубчика между петлями. Вот так. И как бы мы, посмотрите, освобождаем таким образом петельки, делая открытыми. Вот, посмотрите, можете их постепенно переодевать на спицу. Я пока дооткрываю до конца вот эти петли. Вот. Их такое количество должно быть, какое было изначально. То есть у меня это 20, соответственно, должно получиться 20 открытых петелек. Вот эта полупетля крайняя, это тоже считается за петельку. Вот она. Когда дошли до края, смотрите, немножечко вот так вот еще подтяните. Посмотрите, где у вас находится рабочая нить, последняя стянутая петля. Вот так, для того, чтобы ее освободить. Вот она у меня, она спрятанная во внутренней прям стороне, вот здесь вот. И мы ее достаем. Вот так. Далее снова мы вот так вот прираспускаем как бы еще один ряд. Сейчас я найду вот эту петлю рабочей ниточкой, которая стянута. Ее очень тяжело пока найти, но вы постарайтесь. Самое главное, нам сейчас еще распустить один ряд нужно. То есть смотрите, вот эту ниточку хорошо подтяните, и видно, откуда она тянется. Вот здесь она. Далее берем, вытаскиваем рабочую нить, хвостик, и распускаем еще один ряд, чтобы у нас получился с лицевой стороны провязанный первый изнаночный ряд. Если ниточка делится, будьте осторожны для того, чтобы не распустить ваше вязание. Придерживайте края. И далее, вот смотрите, пошла первая петелька у меня. Вот она. И распускаем еще один вот этот ряд. Посмотрите, если мы сейчас начнем закрывать петли, у нас они растянуты и получится некрасивый край. А если мы сейчас одеваем вот эти две петельки и далее все петли поочередно уже вот этого распущенного края, то у нас петли уже, посмотрите, по диаметру спицы, как с одной стороны, там где мы закончили вязание, но не закрывали петельки, так и с другой стороны. И петелек, еще раз повторяюсь, должно быть изначальное количество. Дораспускаю я вот до конца вот этот ряд, и у нас остается длина ниточки, которая понадобится для закрытия петелек. Вот она у меня. Здесь я ниточку отрезаю. Перед этим вы возьмите два края, где спицы, и померяйте на голову. Вам вот этого диаметра должно быть достаточно, плюс добавится еще где-то пол сантиметра на сшивание трикотажным шовчиком. Вот это и будет полностью диаметр вашей повязочки. Вот эту ниточку рабочую, если уже все вы померили и вам достаточно, можете отрезать, она нам не нужна. А вот эту ниточку, которая с другой стороны, вдеваем в иголочку. Причем пересчитаем количество петель. Как я вам уже говорила, до самого угла одеваем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20. Все, 20 петелек с одной стороны и 20 петелек с другой стороны. Для того, чтобы имитация непрерывного вязания на платочной вязке у нас получилась идеально, скажем так, нам нужно таким образом положить петельки, чтобы у нас с лицевой стороны, получается, сейчас я повернула лицевой стороной к себе наверх, было провязано с одной стороны изнаночным рядочком
последний ряд и здесь изнаночным рядочком. То есть как бы сейчас между ними по чередованию платочной вязки должен быть лицевой ряд. Вот этот лицевой ряд нам заменит сшивание трикотажным шовчиком петельки. У меня ниточка достаточно темненькая, вы можете включить видео в YouTube, как сшивать трикотажным шовчиком, более подробное видео. Я сейчас покажу, как это делаю я. Смотрите, я положила вверх тот краешек с рабочей ниточкой, от которой у нас идет иголочка с рабочей нитью. Мы берем, прошиваем снизу вот эту крайнюю петельку. И возвращаемся наверх, прошиваем крайнюю петельку сверху. То есть как бы мы сделали вот так вот, как бы стежок туда-обратно. Далее спускаем с вязания вот эту вот первую петельку сверху и первую петельку снизу. Вот так. Сейчас рабочая ниточка у нас находится сверху. Мы берем снизу, прошиваем вот только что прошитую петельку, которую сняли. И получается мы сейчас вводим сверху вниз прошитую петлю и снизу вверх выводим в непрошитую соседнюю петельку, следующую на спице. Вот так. Спускаем ее с работы и прошиваем ниточкой. Далее возвращаемся наверх. У нас вот она прошитая петля была только что сверху. И следующая непрошитая. Мы ее прошиваем тоже опять же таки таким же стежком снизу вверх во вторую петлю. А сверху вниз первую петлю прошитую и точно так же снимаем ее со спицы и прошиваем. Далее снова смотрим вниз, вот она прошитая петля, вторая. В нее вводим сверху вниз и снизу вверх в третью петельку выводим рабочую нить, иголочку и прошиваем. Сейчас у меня ниточка вот так вот поделилась, обращайте внимание на то, чтобы ниточка не делилась. Прошиваем и снимаем со спицы вторую и третью, получается, петельку к ней. Далее сверху смотрим, вот она прошитая у нас петля. Сверху вниз в нее в прошитую петлю вводим иглу и снизу вверх в непрошитую следующую петельку снимаем ее со спицы и прошиваем 2 петли. Получается, мы прошитую захватываем и непрошитую и прошиваем. Далее снизу вот она последняя петелька прошитая и сверху получается, вниз вводим в прошитую иголочку и в непрошитую выводим снизу вверх. Снимаем ее со спицы и прошиваем 2 петельки вместе. То есть вот такими стежками сверху вниз и снизу вверх мы прошиваем поочередно по 2 петельки. То есть смотрите, прошитую, вот она у нас, она прошитая петля, и следующую непрошитую петлю. Вот так. Далее снизу прошитую и непрошитую. Сверху прошитую и выводим через непрошитую. Прошиваем. Далее снова прошитую снизу и непрошитую. Прошиваем. Прошитую сверху и непрошитую прошиваем. И вот таким вот образом у нас вот эта прошивочка занимает пол сантиметра, который я отнимала от общей окружности при расчетах. Вот так вот. Сначала сверху прошили прошитую, непрошитую, теперь снизу. Затем снова сверху, снизу. И теперь у нас получается между изнаночными рядочками прошит вот такой вот красивый ряд. Посмотрите, имитация шва, при этом его нет. С изнаночной стороны все достаточно красиво выглядит, вот так. При этом шовчика не видно. Теперь снизу прошиваем и сверху. Так как ниточка темная, я думаю, что если даже и плохо видно, то основные принципы, я надеюсь, что вы уловили. Если нет, то включаем видео в YouTube, трикотажный шовчик и сшиваем. Хотите, можете закрыть просто петельки с другой стороны и соединить соединительными столбиками крючком. Тоже такой вариант возможен. Вот и все. Я дальше прошиваю до конца.
Допрошивав до конца, я вот эти последние петельки соединены, которые были крест-накрест при распуске вот этого начального ряда косички наборочной, я так и прошила их вместе. Далее я должна соединить вот эти кромочные петельки косички боковой вместе, поэтому я сейчас прошиваю как раз таки за вот эту верхнюю боковую сторону, соединив тем самым вот эти кромочные петельки. Можете сымитировать вот этот кромочный край, последнюю петлю, как бы выходящую из предыдущей петли, вот так. То есть вы как бы получается делаете как бы вот такую вот V-образную петлю. И все, вот посмотрите, вот оно у нас получается ряд сшивания, как вы видите, непрерывная платочная вязка. Нам остается лишь только спрятать вот этот хвостик, также сымитировав как бы непрерывность кромочной косички с одной и с другой стороны. И все, в принципе, здесь у нас получается достаточно аккуратно. С изнаночной стороны вот он у нас шовчик, тоже он чуть-чуть буквально шире, чем вот эти, скажем так, ряды изнаночные в платочной вязке. Вот, в принципе, вот эти хвостики мы прячем на изнаночную сторону. Остается нам с изнаночной стороны спрятать вот эти хвостики. Хотите, можете закрепить несколькими стежками вот здесь вот в уголочке с одной и с другой стороны, чтобы у вас не раскручивалась вот так вот эта петелька. Можете буквально 2-3 стежка здесь делать и 2-3 стежка здесь для того, чтобы как бы закрепить. Можете этого не делать, просто прячем хвостики. Прячем их хвостики по изнаночным рядочкам, можете вдеть в иголочку и вот так вот продеть. Единственное, что я рекомендую всегда закреплять какими-то либо узелочками, либо же для того, чтобы, скажем, ниточка у вас по ходу носки не вытаскивалась. И все, на лицевой стороне вот у нас вот такая получается повязочка. Остается лишь только сделать ВТО, постирать ее, высушить, и можно уже носить. Я надеюсь, что у вас получилось, все понравилось, было интересно. Делаем, скажем, до конца нашу работу, прячем хвостики и вторичную тепловую обработку проводим и носим с удовольствием. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!